Приветствую вас всех, садоводы и огородники моего канала. И сегодня я вам хочу показать первую подкормку лука. Как, чем и когда подкармливать, сейчас я вам все это расскажу и покажу. Итак, смотрим. Здесь, друзья мои, у меня куриный помет. Выстоял он у меня ровно 2 недели. Как я готовлю куриный помет, ссылка сейчас появится вверху экрана. Перейдите, если кому-то интересно, посмотрите. А так, в принципе, я развожу, 1/3 насыпаю куриного помета, потом заливаю водой. И теперь я беру и налейку 10-литровую, я выливаю 2 кружки, то есть 2 литра. Сейчас я в лейку налью воды и пойдемте подкормим лук этим органическим удобрением. Налил я в лейку уже воды. И теперь я начинаю проливать свой лук этим удобрением. Расход у меня идет 1 лейка на грядку шириной 1 метр и длиной 3 метра. Вот такой вот расход этого удобрения у меня уходит на такой участок. Для чего это делается? Это азотное удобрение. И после посадки у меня прошло 25 дней. И стрелки лука у меня уже 10-15, а местами уже и 20 сантиметров. И в этот период обязательно нужно внести азотное удобрение для того, чтобы у нас стрелки лука ни в коем случае не опали. Это повлияет на будущий наш урожай. Поэтому необходимо внести сейчас именно азотное удобрение. Также это азотное удобрение можно сделать из конского навоза или из коровьего. Так что всем желаю вам больших и хороших урожаев. Всем пока-пока.